Привет. Я заболела. Как заболела? Типа заболела. И сейчас у нас примерка. И мы идем. Спасибо. Так, хочу, чтобы хватит. Ты где? Я дома. На кухне. Почему же я на кухне? Я попью чайка. Я знаю, что я сделаю. Попью чайка. Да, ну я так, у меня вчера с давлением были проблемки. Потом горло, насморк, ну как обычная болезнь, но температуры нет, это странно. Да, соскучилась, Денис. Спасибо. Ты неправильный номер продал? Блин. Да, я тут. Да, я сейчас буду идти в студию на примерку. Если бы была в лагере, в летнем полете, в пятницу. А, да, я помню. На примерке. Да, я не вижу. Проверка, потом тренировки. Клад. О, кстати, мне нужно, чтобы ты мою шапку принял. Денис, для тебя нет Тимура? Да, потом все, проверка. О, Гончарова, привет. Он дома, вот. А ты можешь мне набрать, сказать, чтобы он мою шапку забрал, пожалуйста? Денис, набери, пожалуйста, его. Ну, чтобы ВК он не ответит. Я тебя очень прошу. Набери и скажи, чтобы он мою шапку забрал. Что? Спасибо. Я вас тоже очень люблю. Мне тоже скучно, поэтому я снимаю трансляцию. Ай, о, Сушко. Да, шо, Даш? Да, обожаю его, самый лучший мальчик. Там онлайн. Да какие? А, черные. Хорошо. Хорошо. Если я их в стирку не бросила. Какие? Что, нет? У меня нет твоих светлых джинс, ты гонишь? Пожалуйста, Денис, позвоните Муру. Переодевала. Какие твои джинсы? Ты в каких джинсах ты была? Я не помню. Белые джинсы, ты гонишь? Ты не была в белых джинсах. Я не помню, в каких ты джинсах. Так, сейчас Елизавета будет пить малиновый чаечек. Чай. Синие, какие ты шо? У меня нет твоих синих джинсов. Я их запомнила. Ты их с собой забрала. А, или они в стеке. А, я могу посмотреть. Чё, спасибо. О, Ребетька. Привет. Что ты меня бросили сегодня, какашки малолетние? Я посмотрю, но я не помню. Ты думаешь, мне тогда было дело до твоих джинс? Так, чаёчек. Идем смотреть джинсы Сашко. Кто это? Это не Репецкая. Кто это? Кипяточек. Так, сейчас. Сушики. Фу. Кто это? Хах-хых. Шо хах-хых? Так, ищем. Даш, ищи свои джинсы. Где? Как они вы? Вот это не они? Вот это они, Даш? Даша, ты тут? Они еще мокрые, Даш, что мне делать?
Вот. Сушко, что ты... Ну что, они... Ладно, хорошо, возьму мокрые джинсы, так и быть. Жесть, мне вообще тупо нечего одеть на эту примерку. У меня даже джинс толком никаких нет. Так. Андрей, ты меня не отведешь, что ли? Да ну ты лентяй. Ленивая какашка. Так, сейчас будем выпить малиновый чаек. С печешками, да, есть печешки. Вообще, у меня сейчас... Так, джинсы. Мокрые джинсы, класс. Премьера, примерка. С каплуном? Ну, да, когда видимся. Ну, не игнорим же друг друга. Да, общаемся. Чаёк, смотрите, мне кровь. Буду пить кровь. О, хорошо, передам. Ой, так. Сейчас буду пить чаёк. Delicious. Я устала. Так, капец, я сегодня, короче, просыпаюсь. На школу не хожу, потому что болею. Я просыпаюсь такая. Нет, я сегодня целый день. Просыпаюсь такая и тупо час дня. И я такая, господи, у меня пол четвертого эта примерка. И я такая, господи, о боже, еще ж Хэллоуин скоро. Я не знаю, каким мне будет на Хэллоуин. Серьезно. Чаёк, дивите, какая у меня чашечка. Лиза, топ. Покажите мне что-то, мне скучно. Харли, да ну, Харли это вообще не задержано ни капли. 454, так, мне надо выходить через 10 минут. Да, я поняла. Шо? Капец, сегодня день рождения у борща. Потом у моей бабушки сегодня день рождения. Жаль. Да, я поняла, Настя. Ну, такое я вкус не чувствую. Что, не хочу частенько? Перехотела. Да, борща ДР. Сердечко. Топ. Да, борщевской. Капец, сегодня вообще день ДР. И сегодня такой загруженный день. Горяченько. Сколько тебе лет? Мне 15. У Насти Борщевской, да. Ну, Борщевской. Ну, борщ, о боже, это очень длинная история. Настя, поняла. Да, я хочу спать. Ну и такое, ну типа, у меня просто какая-то усталость. Я не блогер. Ну хотя, нет. Слава ём. Ну так. Ну, типа, мы не переписываемся. Нет, я живу. Ну, 20 минут иди пешком, если так. Я живу. В твоей душе живу. У тебя есть домашнее животное. Могу сейчас показать мое домашнее животное. Видите, Гарик. Удивительный вин горнюня. Горнюня, да не горите, горнюня. Горнюня. Тю-тю-тю-тю. Ага. Мой бусик. Это Гарфилд. Був. Жирный Гарфилд. Да, я иду в арт. Мне на пол четыре. И москальчук. Вот мне так нравится. Вот только недавно это обсуждала. Вот под кроватью у меня прячется.
да. Гарик может. В БФФ. Даже не знаю. Вообще не знаю. Такая... На юбилей я взял потом не сайт идешь. Не знаю. У нас сейчас очень жесткие тренировки. Я учусь в лицее Наукова Змина. Йоу. Привет. Как дела? Класс. Крестная. Она в Канаде крестная. Ты такая мэджик. С кем ты хорошо общаешься? С Дашей хорошо общаюсь. Совсем хорошо общаюсь. С Аней, с Настей, с Аней, с Альбиной. Ну как? Ну, мы, правда, в последнее время редко видимся. Да, с Варчуком в лицее. Как учишься? Я сама еще не знаю. Шоу. Ага, поверьте, вы передумайте подарить кота. Он у меня хороший очень, очень. Да не, не очень часто. У вас нет, нету снега. Вроде, правда, не было сегодня на улице, может, появилась. Я в 10-м. Я уже в 10-м классе. Я не ухожу с 9-го класса, потому что я уже не ушла. Как дела, куклёса пишу? Общайтесь с Викой. Ну, так. Ты хорошистка? Да я не знаю, кто я. Я просто редко в школе бываю. Ну как, ну не редко. Ну для меня это не редко. Ну да, бывает. Где Тимур? Мне очень тоже интересно, где Тимур с моей шапкой. Ого. Как мы зафарм? Хорошо. Нет, мы едем только в Москву выступать. Не спать. Привет. Всем привет. Ты из Киева, да? Я из Киева. Что такое? Ну, я сейчас попала учусь в одном классе. Я ее почти каждый день вижу, когда в школу хожу. Что? Да, одна. Повезло тебе. Ты супер, спасибо. Кота зовут Гарфилд. Знаете, вот это как в мультике, вот этот Гарфилд. Жирный такой рыжий кот. О, господи. Так. Мне нужно уже идти будет. Так, пойдем, я пойду собирать. Да, да. Я пользуюсь Марикой. Мне просто мама там работала. Ну как? Поэтому. Ну, open art студия. О, класс! Много проще. Да не особо. Могу вообще не накрашена быть. Максимум ресницы. Забыла, уехала в Канаду. Да не, не уехала. Она вот в Киеве, в школе. Боже, у меня волосы до сих пор не высохли. Кот вот тут рядом со мной. Волосы красишь? М-м-м. Натуральный блондин. На всю страну такой один. Ты общаешься с Open Kids? Ну да. Я тоже хочу спать. Виктор. Я не знаю. Да не, не должна опоздать, по сути. Я хочу кофе. Хочу кофе. Кофе, хочу кофе. Пока. Или нет. Или не пока. Так. Нужно найти межповал. Вот мне такие интересные вопросы задаются. Давайте спросим. Где Бьонси? Да, так она же это, соседка моя. Мне треба выпей кофе и проснешься. Ты его пока заварить надо. Боже, я не знаю, как мне... О, сошку джинсы. Проблемные.
Да, у меня один ВК. Нужно положить в эту сушку джинсы, чтобы ей принести. Полежите. Сегодня в студии, окей. У тебя есть хавчик? Да мне самой хавчик. Так, джинсы сушку есть. Боже, я не знаю, у меня вообще нет одежды, например. А, тебе проблемно. Так, мне нужно... Ой, наушнички, классные наушники. Так, наушники есть, все есть. Осталось тут такое. Ты вчера в студии была? Я, кстати, вчера не была в студии. Потому что я лечилась. Что-то мне это не очень помогло. Ребят, подскажите, киевляне. Холодно на улице. Не знаю, может будет. Так, киевляне, говорите, холодно на улице или нет? Мне нужно знать, какую мне куртку одевать. Прохладно, а сколько градусов? Мне лежит смотреть. Так, мне нужно шарфик. О, господи. Покажи себя в зеркале. Не стоит. Не хочу вас пугать, ребятушки. Хочу одену просто курточку и все. Холодно? Очень холодно. Господи, мне кажется, что разные еще киевляне. Ну, рядом со студией кто-то живет. О, круто, молодец. Не знаю, может будет. Ну, сейчас приеду в студию, если никого не будет, и не будет этой всей фигни мутки, то иди, должна. Короче, ладно, все. Давайте. Через час, может, буду снимать трассу. Пока.